Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И, конечно, к уходящему году мне уже хочется поскорее поделиться своими фаворитами за 2015 год. То, что я для себя открыла, то, что могу вот села, прям подумала, что за 2015 год я могла бы сказать, что мое самое любимое, к чему я постоянно прибегала и наслаждалась этим. Конечно, не все весь год получилось, что-то я приобрела, может быть, под конец года. В основном даже я подобрала все под конец года. Оказывается, что вообще, как только я встретилась с Ютубом, на самом деле, я начала приобретать очень много всяких интересных вещей, что для меня стало радостью и открытием в 2015 году. Итак, первое, с чего мы начнем, это косметика. Что из косметики? Это моя любимая соль для тела. Это просто мега-супер-пупер, и я рекомендую всем. Дальше я всегда, каждый день прибегаю к своей мицеллярной водичке. Вы знаете, раньше я не пользовалась вообще водой, я все время смывала обычными средствами, там молочко для умывания. Вообще не люблю вот так вот умываться водой, я люблю все средства какие-то. И я не думала, что обычной мицеллярной водой на самом деле можно так хорошо смывать косметику. Взяла ее в фикс-прайсе всего за 47 рублей. Также моими фаворитами являются BB-крем Maybelline. У меня их несколько BB-кремов, поэтому Maybelline самый лучший, который мне действительно нравится. Также масло для волос, которое у меня уже заканчивается. Прекрасный запах просто всегда после мытья головы, всегда незаменим. Он просто, это от Schwarzkopf масло. Очень мне нравится для кончиков волос. Дальше совсем недавние приобретения. Это кисти! Кисти супер замечательные, вот эти беленькие я купила в Икее, их 6 штучек идет в наборе, они прекрасно вот корректор кладут, прекрасно можно и тональный намазывать, но я вот этим тоже делаю контурирование лица, то есть скулы выделяю, носик особенно, очень удобно этой кисточкой. Также там есть кисточки, которые для теней можно использовать, они действительно неубиваемые, очень крутые кисточки, советую, всего лишь 169 рублей для мейкапа, отлично. И вот эта кисть со смешанным ворсом, просто замечательная, она мне очень нравится. И действительно ей красить одно наслаждение. И, конечно же, блеск для губ, который я недавно приобрела в Faberlic. Отличный цвет. И мне очень нравится. Я просто в восторге. Это как раз-таки осень-зима. Замечательно. И совсем недавно тоже я купила этот тушь. Вы знаете, она мне нравится больше. Это Vivienne Sabo, французская косметика. И здесь мне нравится больше, потому что, чем Maybelline. У меня просто точно такая же кисточка там похожая. Просто здесь она чуть-чуть потоньше, действительно удлиняет. Да, больше делает объема. Такой сценический эффект. Мне нравится. Теперь я крашу только вот этой. Любимый звонит, пишет. В общем, крашу вот этой вот тушью. Следующие мои фавориты в 2015 году. Техника. Итак, что я купила себе? Я вам об этом еще не говорила. Это для тех особенно, кто любит петь. Я еще сделаю обзорчик по этому делу. Это рекордер. Рекордер, который записывает, здесь видите, микрофончик. Просто замечательный. Я дома пою, как в студии. Я просто включаю наушники, включаю минус и пою. Мне очень нравится звук, реально, как будто поешь в качественной студии. Любимые сериалы за 2015 год. У меня уже есть топ сериалов, о которых я говорила. 20 сериалов, которые мне очень нравятся, и я действительно рекомендую, чтобы каждый их посмотрел. И последний, о котором я еще не говорила, который действительно меня впечатлил, это сериал «Черное зеркало». Он маленький сериал, состоит всего там 3 сезона, в каждом сезоне по 3 серии, и третий сезон там всего одна сейчас серия. Это абсолютно не связанные разные истории, все с новыми технологиями, коммуникацией, там вот телефоны, ну, то есть вот такое будущее какое-то технологическое. И очень необычные сюжеты, которые действительно заставляют задуматься. Поэтому я рекомендую вам, каждый обязательно найдет свою серию по душе, которая его затронет. И я начала смотреть сериал, так как у меня нет телевизора, я все смотрю на компьютере, поэтому я начала смотреть сериал «Озабоченный», и это вообще лучшая комедия, мне очень нравится, я рекомендую тоже всем, это мои любимые сериалы, комедия, и есть о чем задуматься. Два сериала. За 2015 год мое любимое времяпрепровождение, это, естественно, с моим любимым, так как у нас 12 декабря был год. Люблю тебя, котеночек. И
Конечно же, дорогие мои, это YouTube. В 2015 году, я не помню уже, конечно, дату, я начала более-менее серьезно заниматься Ютубом и выкладывать все это. И я вам скажу, что если проанализировать весь мой год, то именно время, проведенное с Ютубом, съемками, с общением с вами, это было лучшее времяпрепровождение за 2015 год. Итак, в новом году я желаю вам всего самого-самого хорошего. Девочкам я желаю любви, взаимной, счастья, уверенности в себе и такой вот женского-женского настоящего счастья. И всем остальным я желаю здоровья, найти своих половинок, быть красивыми, счастливыми и радостными в 2000... оставить все плохое, что, может быть, с вами случалось, душевные какие-то переживания и, может быть, какие-то там проблемы, все оставить в 2015 году и в новый 2016 год вступать ярко, красиво, может быть, как-то обновленно, с новыми мыслями, с новыми взглядами, с новыми идеями, и чтобы все задуманное, что вы хотели, все случилось. Желаю вам прекрасного Нового года! С вами была Селена Свей. Пока-пока.